96.65, вас поняла, возвращайтесь на точку по причине пропажи связи с одним бортом. 96.65, да, вас поняла, на точку Зябровка. Подскажите расчет на Зябровке. 12.32, вас поняла, подскажите, когда сможете установить связь с тем бортом и информируйте нас. 96.65, Бомерен. 96.65, для информации, когда вы взлетели с точки Зябровка, одна метка отклонилась и пошла на юг. ПВО нам доложили об этом. В сторону ленточки отклонился строго на юго-восток, на границу России, Украины, Беларуси. Три сестры. 96.65. Подскажите позывной борта, который не отвечает. 04.812. Спасибо. 96.65. Нет, не видим его. Сейчас просто по своим каналам пытаемся уточнить. Если появится какая-то метка, я вам подскажу. Пока в районе от Зябровки до вас никаких меток не летает. Нет, та метка появилась, пропала и больше не появляется. Примерно азимут 135, удаление 60 километров. Это примерно. Да, от Гомеля, от аэропорта. На юг от аэропорта Гомель появилась метка. 15 километров строго на юг от аэропорта Гомель. Поправка около 10 километров, около 10. Ну, получается, северо-западнее Зябровки. 812, Гомель район. 665, сейчас метка появляется прямо над аэропортом Гомель. Получается, справа от вас должна быть. Не пока получается, пока за нашими окнами. Мы пока не наблюдаем. Если вдруг увидим, я вам подскажу. 665, посмотрите строго на юг от вас. На траверзе полосы метка. 15 километров на юг, строго в створ полосы. 665, метка не появлялась больше. Подскажите, когда примете точное решение, садиться будете в Зябровке или нет? 665, 4 единицы, которые за мной следуют, сядут. Первая единица пойдет, покрутится еще. 96.65, вас поняла, 4 единицы с площадкой в Зябровке, а вы пойдете еще по маршруту. Во сколько расчетная посадка? Посадки своей не скажу, а группы скажу, что 35-я минута. А мы пойдем на поезд, поищем. Хорошо, вас поняла. 665, Гомерен. 665, отвечаю. Подскажите, все без изменений, 4 единицы заходят на посадку в Зябровку, правильно? Да, 4 единицы заходят, 1 единица, но мы первые идем на поезд, смотреть, связь не установили пока что. Если у вас крайняя точка метки, подскажите, пожалуйста, какая была. 665, пока никаких точек не наблюдается. А в вашу зону пока что не планировано заходить? Пока что входим южнее. Вас поняла, но для информации у нас такие метки могут быть ложные. Понял, спасибо. 96.65, Гомель район. 665, отвечаю. Подскажите, вам нужен борт ПСС? Нет, не нужен, мы сейчас сами выполняем поезд, спасибо. 665, если вдруг понадобится помощь, подскажите. Понял, спасибо. 112.665. 112.665. 112.665. 812.665. 12.665. 112.665. 12.365. 112.665. 4.812, Гомель район. 812 пока не отвечает, ищем его. 812.365. 4.812, Гомель район. 665, подскажите, никакой информации нет у вас. 665, Гомель район, вас поняла. Зябровский расчетная, подскажите. Зябровский, 52 минуту доложите. 966.5, подскажите, никакой информации нет? 966.5, попозже подскажу, скажем, что обнаружили. Попозже подскажу. 665, подскажите, а информация где именно, на севере может быть? 665.
96-65, да, по пилингу мы вас наблюдаем, просто у нас появилась опять метка в створе полосы. Там даже две. Даже две метки. Одна в районе Мобира точки, а другая метка у нас... Это в Индапе, в районе Индапа, скажи. В районе Индап, а... В створе полосы, восточнее Гомеля, сколько тут? 25 километров. 25 километров. А, понял, слышал. Сейчас попробуем посмотреть. До сих пор есть здесь? Да, метка есть и движется на север. А, понял, спасибо. Так, ну мы тогда восточнее пройдем. А метка находится восточнее Гомеля, 26 уже километров, и движется на север. Понял, спасибо. Попытаемся сейчас обнаружить, что это. 112-665. Сейчас подскажите без информации. Вас поняла. Зябровку до Лорчи. 665. Подскажите, вы после посадки, если по наземной что-то удастся вам узнать, сообщите нам, пожалуйста, сюда. 665, понял. Номер телефона ваш присутствует, если что. Да. Спасибо. 665. Вас поняла. В четвертую минуту фиксируем посадку в Зябровке. Если что, связь по телефону.